Всем привет! Новая неделя. У нас сегодня 5 февраля. Какая температура, не знаю, потому что еду на Ларгусе. Но где-то плюс один. Плюс один. Асфальт нормальный, не скользкий. Неделька у нас предстоит веселая. Такая, я бы даже сказал, напряженная. В общем, все так, как мы любим. Значит, что сейчас? Еду на город. Надо себя немного в порядок привести, подстричься. Потому что другого времени нету. Ну и плюс и рабочие дела порешать. Потом, что у меня еще из новостей. Назаказывал кое-каких товаров на Озоне. Я на Озоне заказывал, а придут по этот стек, по-моему, из России. Почтовая эта херня. Короче, там всякие тоже приколюхи. Для сценника. Будем с вами все смотреть, все устанавливать. Не знаю, правда, когда придет. Но, думаю, будет интересно. В общем, поехали. Наверное, первым делом заедем, пострижемся, а дальше уже будем делать дела. Короче, погнали, погнали. Ну как погнали, на Ларгусе сильно не погонишь. Вообще, после Ларгуса садишься в сценик, да, такое ощущение, что ракета. На ас нажимаешь, он прям взлетает. Ларгус в этом плане, конечно, слабоватый. Так, ладно, почухали. Все, готово. Красавчик. Постриглись, едем дальше. И что-то, если честно сказать, жрать охота. Время 12:37. Конечно, хочется. Потому что у меня у 12 обед. Да, значит, едем делать дела, а потом еще заскочим в столовую покушаем. В ту столовую, где я люблю кушать, где работает подписчик Дима Блондиков, туда мне далековато ехать, поэтому заскочим где-нибудь здесь в городе. Все, заехал, поел, наперся так конкретно. На комбикорм уездил. Ну, кто местный, тот в курсе. Где это? Значит, что значит? Сейчас в магазин заскочу здесь на выезд. Яблочек куплю домой, и все, и погнали на работу. И начинается снег. Друзья, время 18:45. Я только выезжаю с работы. Блин, быстро, кстати, с этими тенами стекло отогрелось. Минус один, выпал такой мокрый снег. Вышел я, стекло было все такое замороженное. И вот с тенами буквально сколько тут пару минут прошло, и все уже. Стекло у нас отошло. Значит, что хочу сказать. Классно, когда на работе ты совсем один находишься. Тебе никто не ходит, не дурит голову. И вот реально с 4 до 18:45, это сколько? 2:45. Блин, а столько вот этой бумажной работы подогнал. Просто у меня в среду проверка приезжает. Ну, уже не хочется выглядеть. Короче, у нас же, как всегда, мы же в процессе деятельности все полностью не составляем, да? Надо кое-что постоянно оставлять, потому что всегда рассчитываем на авось. Ну, блин, за все время, что я работаю, это по этому направлению деятельности, я не буду говорить по какому, но это первый раз приезжают проверять. Я даже не знаю, что будут проверять, но я думаю, что все будет нормально. Хотя я уже эту работу и не веду, я типа ее, ну, должен руководить, ну, организовывать эту работу, скажем так. Но в связи с тем, что в прошлом году я ее вел до октября месяца, блин, должен, по идее, я за это отвечать. Хотя тоже, ну, даже если что не так, что вы мне сейчас сделаете, если
я уже в этой должности не работаю. Короче, хрен его знает. Я думаю, нормально там пацаны приедут, с мужиками как-то, ну, легче найти пути контакта, да, контактные связи. А вот с женщинами, особенно с обиженными женщинами, блин, это очень тяжело. Короче, тут тоже все психология. Так, ладно, едем. Завтра вторник. Завтра мне к 2 опять на совещание. С девчатами со своими, с работы. Не знаю, или на Ларгусе поедем, или поеду на своей, чтобы потом совещание уже уехать домой. Не знаю, скорее всего, на Ларгусе поедем, потому что, наверное, после работы опять останусь. Еще что-нибудь поделаю. Так что такие дела. Так, ладно, друзья. Поехали, включаем на телефоне музычку. Я вообще... О, блядь, Васька. Когда-то у нас работал этот Васька. Алконавт. Это... Последнее время музыку слушаю только с телефона по Bluetooth. Очень мне нравится. И как-то вот быстро оно все воспроизводится. У меня аж подписка на Яндекс есть. И вот музыку слушаю полностью с Яндекса. Очень, кстати, крутая вещь. Рекомендую. Ну, можно, кстати, много... Можно много каких-то доступов оформить себе. Вот тот же Яндекс есть, Google та же самая музыка есть. Блин, как это называется? Проигрыватель. Блин, он у меня в телефоне есть. И он, кстати, в Android Auto есть. Короче, забыла, как он называется. На экране выведу, конечно. Так что очень, очень удобная штука по Bluetooth слушать музычку. Все, погнали. Погнали, друзья. Мне просто что сегодня еще на работе остался? У меня жена сегодня до 8. А детям за счастье одним побыть. Поэтому родители работают, дети отдыхают. Вот сейчас же придем домой, телефоны позабираем, уроки заставим делать. А так, сидят дома, лафа конкретная. Так, все, доехали мы до переезда, выезжаем на трассу, погнали. Скорее всего, у нас скользко, потому что шел мокрый снег. А по радио я ехал на Ларгу, сегодня слушал, что вообще в Минске были снегопады. У нас не было ничего такого. А пока я не вижу, что сильно какой-то снегопад был. Ой, это был снегопад, гололед. Ладно, поехали, уже 5 минут. Народ, всем привет. Вторник, сегодня... Хрен узнаешь, 6 февраля сегодня. Значит, что, уже время 15:45. Едем из города. Ставим Ларгус и едем на... Блядь, на работу. Едем домой. Не буду я сегодня оставаться на работе. Что-то задолбался я уже. Поэтому забираем сценика и едем домой. Все нормально. Был в городе по работе, потом заехал тут того сего, набрал разного там к чаю. Ну, завтра приедут парни проверять, чтобы тоже было что, чем угощать. Ну, чай, кофе, тут все дела. Значит, такие делишки. А так все нормально. Все нормально, едем. Только что обгонял машину. Дал Ларгусу 120. Мотор чуть не вылетел. У него обороты. Пипец, блин. Конечно, ну реально автомобиль вообще не для трассы. Вот так по городу поездить вообще без каких-либо проблем. Ну как только трасса, смотрите. Нажимаю на газ. Ну, вроде разгоняется ничего, да? Вот тут надо, по идее, на шестую переключиться. На шестой нет. И вот 120. Он-то разгоняется без запросов. Ну, мотор ревет. В салоне ревет. Вот мы едем 120, газ. Ну, нормально разгоняется, видите? Ну его жалко, он до такой степени гудит весь, бедняга. Да, сбрасываем. Некомфортно на нем ехать, жалко его.
гибну на такой скорости. Для него скорость идеальна, это до 100 км в час. Вот сотню можно ехать и нормально, в принципе, чувствуешь себя. Хотя тоже вот сотня, вот ровненько 100, это больше, чем 3000 оборотов. Поэтому после Ларгуса садишься в Сценик, это ракета. Даже тот Сценик, который у меня был, все равно он как-то не так скорость ощущал, как Ларгус. Так что такие дела. Поэтому на Ларгусе вот сотенку и все, проблем никаких нет. Друзья, всем добрейшее утро, среда. Как всегда, школа. И выезжаем на работу, значит, 3 градуса тепла, но идет такой ледяной дождь, ветер, холодно на улице. Короче, поедем потихоньку. Но асфальт вроде нормальный. Ну, дорога нормальная. Мне кто-то из зрителей писал, ну, как я возле школы машину закрываю. Никак я не закрываю. Я вон ребенка довожу вон до крыльца, потому что там перил нету. Ну, после перелома решили вот в эту скользкую погоду повозить. И все, и кому тут эта машина надо? Тут голое поле, деревня. Ничего тут нету, никакой движухи, особенно тут с утра мы ездим. Короче, в деревне все свои, в деревне все это намного проще. Никто тебе здесь в твою машину не полезет, это, ну, 99,9%. Так что такие дела. Конечно, вот меня тоже вот поражает. Идут вот дети, особенно этот зимний период, когда темнотища вечная, да? И вот они постоянно идут, и нету даже никакого фонаря, ну, никаких фонарей нету до школы. Короче, блин, как-то вот такое отношение не очень. Вот там детский сад, детскому саду освещение сделали, и то после долгих-долгих переговоров и просьб. А к школе что-то никак, вот видите, как детки добираются. Это у нас еще автобус ездит, наверное, тоже деток везет. У нас получается, детей привозят из других деревень. Как раз-то из поселка, вот куда я на работу еду. Вот это типа городом Жлобином считается. Но это ни хрена не Жлобин, он отрезает его река от Днепра. Это как такой отросточек. Там тоже сколько населения, наверное. Человек, может, таких 700. Так, все, выезжаем. Сейчас посмотрим, какая дорога. Не, дорога нормальная. Дорога не скользкая. Но все равно лучше поедем не спеша. Это еще велосипедисты, конечно, зимой тоже. Есть же и в правилах запрещено в зимний период времени передвигаться на велосипеде, они один хрен ездят. О, еще один. Вот я говорю, а этот он с ребенком, ну молодец. Но если не дай бог, вот скользота такая, то велика крутанет и под машину. Кто отвечать будет? Конечно, водители будут отвечать. Ладно, что-то я с утра растрындился. В общем, счастливого нам рабочего дня. Погнали. Забыл основную мысль озвучить. Почему идет дождь? Потому что Андрей вчера помыл машину. Как всегда, вот этот вот метод со мной работает. Бляха-муха. Хрена себе, тут уже дорога подразбилась, и вроде подсыпали. Короче, этот метод со мной работает на 100%. Только стоит мне помыть автомобиль, все, знаю, что в ближайшее время будет дождь. Поэтому могу ехать в Африку, где дождей не хватает, и там косить конкретные бабки на этом. Так, мы уже едем по Луговой, вернее, с этой деревни детей тоже к нам в школу привозят. Это сколько? 5 км до нашей деревни. Тоже сейчас, конечно,
Бывает часто нервяк у родителей. О, что-то освещение здесь сегодня не работает. Автобусы часто застряют, задерживаются. Могут, был такой, наверное, в понедельник в этот был такой день, что вообще автобус не приехал где-то там в какой-то, бля, нихера себе камни, в какой-то деревне, короче, провалился и, ну, и застрял глухо. Приезжали родители на своих машинах, деток забирали. Короче, ну, блин, летом нормально все, все стабильно, все по расписанию, а зимой, конечно, есть с доставкой детей нюанс. Камеру не успел включить. Видите, сзади мигалки там. У людей, походу, гараж загорел. Блин, конечно, соболезную. Печально это все. Там, неважно, не буду говорить, что там за люди жили и прочее, да, там что-то вечно клепали, что-то вечно чудили, скорее всего. Неосторожное обращение с огнем, хотя, не знаю, не буду утверждать, но это людям горе. Главное, что не дом. Сарай можно другой сделать. Главное, что все были живы, да? Так, 4 минуты остается, я опаздываю, вернее, задерживаюсь. Друзья, поливаю домой. 16:31, 2 градуса тепла. Как всегда, слушаю музычку, нравится мне Яндекс, вот это моя волна. Там типа делается предпочтение, то есть те треки, которые ты не промотал, прослушал, ну, на ихнем сравнении делается такой типа плейлист для тебя. Для тебя. Классная вещь. Вспомнил приложение, я вчера, наверное, говорил. Spotify приложение есть в Android Auto. Ну, я, блин, как-то им и не пользуюсь. Да, задержался сегодня опять на работе. Нормально прошла моя проверка. Все нормально, адекватно. Мужики приезжали. Короче, все нормалек. Смотрите, это с утра, где пожар был, я вам показывал. Он сгорел, значит, у людей гараж. Ну, блин, у них вечно ворота открытые, постоянно вот едешь, они там что-то варили, у них вечно эти кислородные пропановые баллоны по двору валялись. Ну, блин, как бы это, конечно, по-свински не звучало, но походу это все к этому и шло. Поэтому, друзья, обязательно соблюдайте правила пожарной безопасности. Значит, что завтра? Отгул? Отдыхаем, с утра будем спать. Девчонки мои в школу тоже не идут. Ну, завтра у старшего день рождения. Но на катание не поедем, потому что созвонился я с Ледовым. У них массовое катание только суббота-воскресенье. Поэтому завтра что делаем? Завтра выспимся. Потом назаказывала. Сейчас. Назаказывала, значит, на все всяких вещей на Валбересе. Ну, шмоток заедем. Выберет, оденется, короче, пошопится. Потом сгоняем в кинотеатр, потом сгоняем, наберем всяких вкусняшиков и уже поздно вечером приедем домой. Может, посидим где. А вот такие, в принципе, планы. Так, ладно, поехали. Не, реально, завтра надо хоть как-то отдохнуть, потому что что-то, блин, что-то вообще пипец какой-то год, начало года какое-то вообще такое напряжённенькое по работе. Ладно, едем, сценик уже грязный, дорога грязная, поэтому что вчера мыл, что не мыл, по барабану. Но мыл, потому что вот эти вот уже места, где завихрение идет, они уже прям черные были такие. Ну, уже как-то стыдновато на таком автомобиле ездить. Друзья, всем добрейшего утра. Пятница сегодня. Вчера ничего не снимал. Вчера со своей семьей целый день гуляли, отдыхали, ездили, значит, шопиться, ездили в кинотеатр, посидели в кафе. Короче,
сколько мы? В 11 поехали, наверное. Часов, наверное, 6 вечера вернулись только. Короче, хорошо отдохнули. Значит, что значит? Едем на работу. Пятница, последний рабочий день недели. Уже, как я уже в прошлом логе говорил, смотрите. Уже вот мы едем без 28, а уже практически светло на улице. То есть весной, весной уже пахнет. Сегодня 9, кстати, февраля. Ну, вчера у меня было 2. Потому что вчера у моей старшей доченьки было 14 лет. У меня такая традиция: на дни рождения детей я всегда беру отгулы, выходные, чтобы с ними проводить время. Так что такие дела. Ладно, все, друзья, поехали. Удачного нам рабочего дня. Думаю, что все будет хорошо. Впереди выходные. Наверное, еще в субботу поеду с дочкой на массовое катание, сгоняем в Ледовый дворец. Что такие делишки. Все, поехали. Ларгус. Едем на город. Как в танке. Нету, блядь, скрипка почистить. Но сейчас, я думаю, отойдет. Растает. Зеркало видно и хорошо. Ну, погодка сегодня красивая. Хоть и морозная, где-то минус 6, но красивая. Еду, кстати, вспомнил вот этот гараж, который сгорел, когда показывал на этой неделе, да? Там, оказывается, внутри Жигули десятка сгорела. Не знаю, что там парни, может, варили, клепали. Написано: причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Ну, как я вам и говорил. Да, еще, помимо всего прочего, 100%, ну, человеку и так неприятности, но 100% еще и штраф получит и оплатит выезд этих пожарных расчетов. Короче, все по полной программе. Вот такие, значит, дела. Ладно, все, едем на город по рабочим моментам. Все, дела все поделал, сейчас еду в Ледовый дворец. Хрен его знает, на этом, блин, массовом катании был. А когда я был? Лет 10 назад, на последний раз. Даже не помню, как там все это дело надо платить, оформлять и прочее. Ну, сейчас заеду, в кассы обращусь. Думаю, все объяснят. Короче, едем в Ледовик. Все, приехали. Вот он, наш Жлобинский Ледовый дворец. Их тут, ну, две ледовые площадки. Одна основная, вторая малая. Даже по вместительности не помню. Малая, наверное, на 700, а это наша где-то на 2500, по-моему, так. Ладно, паркуемся и пойдем смотреть, что да как, что где. Вон они, кассы, нам, походу, вот туда. Все, друзья, короче, едем в субботу в 15:15. Но надо за полчаса пораньше приехать. В общем, за лед и за коньки я отдал 14 белорусских рублей. Это, на мой взгляд, вообще довольно-таки гуманно. Там расписание. Пятница вообще поздно, 20:30, по-моему. Суббота 15:15 и опять-таки 20:30. И воскресенье тоже что-то днем и поздно вечером. Ну, поздно вечером еще самому ладно, а с ребенком как-то не очень. Короче, все. В субботу едем на катание. Вообще, друзья, кому интересно, значит, у нас хоккейная команда «Металлург Жлобин» выступает в первенстве Республики Беларусь. 2 года подряд мы чемпионы. Вот. Это у нас такой город хоккейный. Ну, у нас градообразующее предприятие — Белорусский металлургический завод, он же является генеральным спонсором команды, поэтому в основном основная масса болельщиков — это заводчане. Ну, у нас реально такие есть вообще ярые конкретные фанаты. Даже у меня на работе такие есть, даже среди женщин, я вам больше скажу. Не, женщин обидно, девушек. Вот. Так что такие, друзья, дела. Поэтому
Болеем? Болеем. Так, погнали дальше. Еще надо в магазин заскочить. Все, сбегал в магазин. Значит, сегодня короля будем спасать. Он, бедняга, линяет. Значит, такую взял. Перчатку взял. И взял ножницы для обрезки когтей. Попробуем мы когти отрезать. А то, знаете, в эту ветеринарку свози, там когти тебе обрежут и сразу 30 рублей плати, как здрасте. Ну и ролики такие взял. Будем сегодня косика нашего спасать. Так, ну что, поехали. Все, едем. В общем, солнышко так припекает, что уже даже печку выключил и повернул, ну, заслонку ближе сюда для холодка, потому что, ну, реально жарко в машине. Погодка такая классная вообще. Нравится, нравится. Пахнет, пахнет весной уже. Ну, блин, вода еще полностью там замерзшая. А, вот сюда, на эту гладь, да, на коньках. Круто, да? Ну, поедем завтра. Покатаемся. Даже самому интересно. Интересно, ноги вспомнят, как на коньках кататься, или не вспомнят? Я-то в детстве в хоккей довольно-таки неплохо гонял. Ладно, завтра посмотрим. Всем добрейшее утро, значит, суббота. Решил, блин, сука, я уже, наверное, недели три капот даже не открывал. Надо проверить, по крайней мере, уровень жидкости. Так, тормозуха на месте, уровень. Давайте маслица глянем. Черное уже. Чик, масло на месте. Уже говорил, что мотор масло вообще не берет. Так, антифриз. Антифриз на месте. А что у нас с умывайкой? Умывайки можно долить. Умывайки дольем. Чик, скоро крышка отломается. Так, так, вроде посмотрел, вроде все. Здесь он есть такое запоцевание на патрубке, ремешок, нормалек. Так-то вроде все сухенько, все сухенько, все нормальненько. Крышки мои на месте. Вроде все. Так, ладно, нальем омывайки, будем запускаться. Все, омывайка залита. Ну что, запуск. Время, сколько уже? 13:59, минус 2. Так, сцепление, старт. Все. Запустились. Едем, короче, 500 километров. Едем в Ледовый. Пойду с дочкой кататься. Дома еду к родителям. Сейчас отец мне там рыбы насушил, заберу, значит, водички наберем с колодца. Нормально покатались, ни разу даже не упали. И съехал, я вспоминал, когда последний раз на коньках катался. Было это лет, наверное, 15 назад. Вышел, когда на лед, сразу было страхово. Но потом
ноги вспомнили. И нормально, кстати, получалось. Ну, не скажу, что, блядь, там профессионально и прочее, но не падал, нормально держался, набирал скорость, короче, понравилось. А сразу что, значит, было? Я взял малой коньки фигурные, а потом их поменяли на хоккейные, потому что хоккейная лучше ногу держит, нога не ломается. Значит, а себе брал 44 размер, потом менял на 45, потому что узковато мне было 44, а вроде их и отпускал. Ну, блин, наверное, на 44 даже и не откатал. А так понравилось. 14 рублей вместе с коньками за двоих. Довольно-таки вообще, ну, гуманная цена. Просится она уже на хоккей съездить, на хоккейный матч. Ну, думаю, может, тоже сгоняем. Так что такие дела. Так, вообще, понравилось. Чётенько. Короче, друзья, во льду машина. Будьте за рулем предельно внимательны, реально. Потому что можно, блин, и улететь. Дорога вообще скользкая. Так, что тут? Рыбка сушеная. Куски такие здоровые. Это щука вроде. Пойдем покушаем. Слышите? Барабанит по крыше. Ледяной дождь. Так, еще пускай сценик отдыхает. Офигеть. А мы домой. Друзья, воскресенье, ветер, наверное, будет шуметь немного, поэтому пошлите в машину. У нас охренеть. Хорошо дорога посыпана, но все равно надо ехать так предельно внимательно. Погнали в машину. Так, поехали. Значит, что сегодня? Обычный день. Ездил, значит, здесь по делам кое-что поделал. Дома со своими поприбирали. Короче, блин, как всегда, все обычно. Это домашняя рутина. И все, время 14.35, вот у нас минус один. Ну, завтра вроде как будет плюсовая, должно вот эта вся эта херня растать. Потому что уже сутки шел такой, он и сейчас идет, ледяной дождь. Значит, скорее всего, было много ДТП. Ну, правда, я лично не видел, но читал сводки. Так. Короче, до хрена. Ну, как он правильно, там, день жестянщика, да? До хрена автомобилей. ДТП попало. На 14.35 сегодня планов никаких нет, едем домой. Ну и в следующие выходные буду планировать менять в автомобиле, ну, делать ТО, менять масло. Следующая неделя будет, думаю, интересна тем, что придет мне по СДЭКу, ну, в транспортной этой компании, разные плюшки. Покажу вам, будем внедрять их, значит, ну, интересно, я думаю, будет, да и контент появится, потому что, ну, реально снимать нехрен, если бы, наверное, не вот эти недельные улоги, вообще было бы нечего снимать. Со сценником, блин, все в порядке, все окей, ничего нового тут с ним тоже не делали. Короче, следующая неделя, думаю, будет поинтересней. Придут эти плюхи, плюс ТО. Будем все это дело менять. Так что такие дела. Все, движемся в сторону дома. Короче, друзья, на этом влог будем заканчивать. Всем всего самого-самого наилучшего. Здоровья вам. Крепкого здоровья. Берегите себя, своих близких. И до скорых встреч. Увидимся. Увидимся завтра. Потому что завтра мы будем снимать очередной влог. Все на этом. Всем пока.